Фінансування антикорупційного форуму – це справа лише українців. Ми розуміємо, наскільки важливо позбутися від залежності від олігархів простим українцям. Якщо наші заходи будуть фінансувати олігархи, продовжувати фінансувати політичні сили, політичні рухи, громадсько-політичні рухи, відповідно, ми так і залишимося рабами великого бізнесу. Ми хочемо, щоб форум профінансували українці, і щоб вони зрозуміли, наскільки це актуально. Ми висловлюємо щиру подяку міжнародним фондам, грантовим організаціям і так далі, які постійно фінансують різні антикорупційні ініціативи в Україні. Але наразі ми маємо розуміти, що лише від нас залежить подальша доля України. Це дуже важливо з точки зору фінансової прозорості і незалежності. Відповідно, тут постає питання. Від Демократичного альянсу, як одного з ініціаторів форуму в Києві, пролунала пропозиція прозоро і відкрито збирати кошти. І ми взяли на себе відповідальність це робити, координувати цей процес. Відповідно, якщо Демократичний альянс взявся, то це говорить про високі стандарти якості і прозорості роботи. Відповідно, ви можете все відслідковувати, всі надходження відслідковувати в онлайн-режимі. Все це є на офіційних сайтах як Демократичного альянсу, так і антикорупційного форуму. Хочеться сказати, що важливо дуже зараз зібрати ці кошти. Дрібні внески для Київського форуму склали більше ніж 50% від загальної суми. Велика просьба всім поучаствувати денежными взносами. Со своей стороны хочу сказать, что поскольку мысль о том, что в Харькове должен быть этот форум, следующий пройти после Киева, прозвучала перед самым Новым годом, я понимаю, что у нас город непростой и, возможно, различные вариации на тему. То есть я лично взял на себя ответственность и так получилось, заключил договор на площадку, это все будет происходить в Радмире, и скажу, что сделал это правильно. Почему? Потому что буквально на следующий день, после того, как мы буквально за день подписали этот контракт, хотя все уже были в таких предновогодних, тусовках, приходили там два или три человека, которые хотели под разными причинами, почему-то именно на 18-е, почему-то именно на понедельник, который в принципе, не воскресенье, не суббота, не пятница, да, как обычно проходят все там выставки, всякие вещи, хотели зафрахтовать эту площадку. Понимая, что у нас будет достаточно большое количество людей, подобных площадок в Харькове, наверное, только две. Это Дворец спорта и вот Радмир. То есть Дворец спорта, понятно, то есть мы тоже туда обратились, чисто технически. Они там о чем-то с нами поговорили. То есть, мы поняли, что дальше процесса никакого не будет. Поэтому, зафрактовав эту площадку, то есть мы обеспечили вот этот вот процесс. Поэтому внесок мой лично будет в финансирование этой площадки, будут все документы будут опубликованы. То есть ни в коем образом не идет вразрез с открытой частью финансирования процесса. Мы планируем представить доклад на антикоррупционном форуме, который будет 18 числа по Харьковской местной коррупции. И мы также призываем всех участвовать, насколько это возможно и позволяет каждому финансирование форума, потому что действительно это наше общее дело, это дело, в какой стране мы будем жить, все мы как граждане, в какой стране будут жить наши дети, если мы поборем это зло, коррупцию, если мы проведем реформы, тогда, тогда наше будущее наших детей и наше будущее будет более перспективно, чем сейчас. Спасибо. Как сказал один известный политик, у нас не существует государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. И эти деньги налогоплательщикам государству обходятся очень дорого, потому что мы, сталкиваясь с коррупцией, платим дополнительную плату за то, чтобы иметь возможность вести бизнес, создавать рабочие места и платить эти налоги. Поэтому на сегодняшний день для бизнеса, для налогоплательщиков очень важно является борьба с коррупцией. И я думаю, что приходит то время, когда мы перейти должны от оборонительных боев к наступательным. В связи с этим очень важно, форум будет проведен в городе Харькове. Бизнес очень заинтересован в этом форуме, заинтересован конкретно в движении по очищению власти от коррупции, от коррупционеров.
Для этого нам очень важно показать свою решимость для этой борьбы. И как я присоединюсь к предыдущим выступающим, для того, чтобы мы смогли провести этот форум, нам очень важна на сегодняшний день ваша поддержка, в первую очередь финансовая. Потому что форум независимый и финансируется он может только нашими собственными силами. Что касается законодательных барьеров, то и Михаил говорил, и мы подаем какие-то предложения для того, чтобы уменьшить коррупциогенность конкретных законодательных актов или условий. То есть насколько это не в полномочиях наших, мы можем только предлагать. Михаил, как депутат Верховной Рады, может их вносить, принимает решение Верховная Рада, подписывает президент. Ну, я хочу дополнить, что со своей стороны я столкнулся, и это будет часть моего доклада, будет касаться не сколько городских вопросов, сколько вопросов, которые я понимаю, взаимодействие Министерства финансов, Кабинета министров с Податковым комитетом Верховной Рады. Податки и таможня – это как бы одна из составляющих, которая там наполняет, если хотите, бюджет. Так вот, я не буду предвосхищать каких-то там докладов, которые я буду делать, но, скажем так, за год работы я столкнулся с таким количеством лоббистских законов, с таким, вы знаете, мы раньше думали, что это наплевательское отношение к законотворчеству, а потом поняли, что это, значит, активное со стороны Министерства финансов, часто идет активное как бы противодействие каким-то законам, которые мы хотим внести, которые упорядочивают действия ДФС, упорядочивают действия таможни, и так далее, и так далее. То есть это целый большой клубок. Знаете, для меня удивительно. Вот я для себя представляю, есть один какой-то коррупционер, он, значит, где-то там получает какие-то деньги, как-то борется там за свою эту кормушку. Но я думаю, не могут же быть все такими люди, да? Или, во всяком случае, если все коррупционеры, все равно, что если мы бьем в какую-то точку, не все же не заинтересованы материально. Поэтому как-то мы должны этот вопрос протолкнуть. Оказывается, что вот эта система, на самом деле, мы сейчас ведем речь о системе. Система понимает, что даже если сегодня бьем мы не в эту точку, а какую-то в другую, завтра все равно до них дойдет время. И они все сопротивляются, сообща общими усилиями. Для меня это было просто, на самом деле, удивительно. Для меня это было открытие. Спасибо. Да, то, что касается коррупционогенов в законодательстве, у нас налоговая система глубоко коррупционна, у нас разрешительная система глубоко коррупционна. И попытка принятия изменений в налоговый кодекс, которая была предпринята перед Новым годом, она только усугубляла эту ситуацию, и налоговая система стала бы еще более глубже коррупционна. Но нам удалось это предотвратить. Причем, обращаю ваше внимание, для нас это нужно было всего 26 дней для того, чтобы провести полноценную advocacy кампанию. Для Украины это вообще уникальный случай. До этого самая короткая advocacy кампания составляла 60 дней, которая была проведена в мае, в июне. В декабре мы сократили до 26 дней. То есть мы показали, что на самом деле реально противодействует изменениям, которые приводят к ухудшению налогового поля, то есть правил для игры. И еще очень важный факт, в этом году мы так и не увидели полноценной налоговой реформы. То есть мы не увидели устранение коррупционогенов, которые существуют. Перед нами стоит огромная задача в этом году все-таки добиться для того, чтобы налоговая реформа была принята. Причем принята до 1 июля. У нас для этого есть всего полгода. Но планируется принятие резолюции. И, как я уже говорил, мы планируем, тут опять-таки сжатые сроки, если надеюсь, что мы успеем презентовать доклад по коррупции, системный доклад. Практическая ценность. Будуть напрацьовані практичні механізми боротьби з корупцією. Буде одна з перед пленарним засіданням буде формат світового кафе, і там тема світового кафе звучить як місто та область без корупції. Будуть конкретно напрацьовані механізми, які можна екстраполювати потім і на інші міста, в тому числі не лише для Харкова. Я не хотів би зробити таким образом. Или сприяти тому, чтобы площадка антикоррупционного форума была какой-то традиционной площадкой политических сил, из политических сил, или местом для прения политиков. Потому что место для прения политиков у нас уже, знаете, уже в телевизорах, в спальнях, по-моему, сидит, и уже где только их уже нет. Поэтому, когда вдруг прозвучала такая тема, это как раз было во время обсуждения вот этих, платформ, да, я сказал, ребята, пожалуйста, давайте обсудим, это все есть в чате, мы это все описывали,
Давайте дадим, что такое определение политической коррупции. На тот момент мне никто этого не сказал. Но в тематике, которую мы обсуждали, то есть, ну, насколько я это понимаю, да, то есть, что такое политическая коррупция? Это подкуп избирателей, это прямой подкуп избирателей, это подкуп политиков, тот, который доказан, и как, так, когда происходит, и прочее, прочее. Но мы не должны с вами путать, ну это по моему мнению, я это высказал, не должны путать политический процесс с политической коррупцией. Потому что такое политический процесс? Это когда политические силы пытаются с собой договориться о чем бы то ни было. Вопрос другой, давали ли им их избиратели право договариваться с кем бы то ни было. Но это вопрос избирателей этих политических сил. И избиратели этих политических сил должны давать во время выборов потом оценку этим договоренностям или недоговоренностям. Это вопрос избирателей, избирательного процесса. Поэтому если у одной из политических сил одно видение, так как другая политическая сила должна себя вести, у третьей политической силы четвертое видение, какое должен кто-то вести. Поэтому это называется политические дискуссии, мы опять с вами втянемся в выборы. Поэтому я хотел бы максимально... Почему я выступил против этого процесса? Я хотел максимально убрать политическую составляющую из антикоррупционного форума, потому что антикоррупционные вопросы – это вопросы наши общие. Это, скажем, всех, прогрессивно настроенных людей. Потому что, поверьте, тут как минимум сидит три представителя трех разных политических сил, и мы будем сходиться в 50 случаях процентов, в 50 случаях у нас будет рассаждение. И если вы нас попросите на эту платформу высказать свое мнение по каким-то вопросам, вот это вот, на этом весь антикоррупционный форум закончится. Ну, моя позиция ясна.